Всех приветствую. Рассматриваем работы художников с описанием этих работ по книге «Великий музей мира» Антонис Ван Дейк, леди Элизабет Тимблби и Дороти, виконтесса Андоверская. Около 1637 года, холст масла 123/149. На парадном портрете Ван Дейк запечатлел двух сестер-католичек. В Англии официальной церковью была англиканская — Элизабет Тимберли и Дороти, виконтессу Андоверскую, накануне свадьбы одной из них. В этой работе считывается несколько биографических обстоятельств. Элизабет, стоящая слева к моменту создания полотна, в 1634 году уже благополучно вышла замуж. В руках у невесты Дороти, чей брак состоялся в 1637, по этому случаю и была написана картина «Корзина с цветами». Это один из символов, который зритель того времени ясно понимал. Атрибут святой Доротеи, покровительницы всех невест. Амур указывает, что планируемый союз заключается по любви. Известно, что Дороти сбежала со своим женихом Чарльзом Говардом прежде, чем состоялось их бракосочетание. Этот двойной портрет обладает замечательными художественными достоинствами. Мастер прекрасно передал блеск атласных платьев красавиц, тонко выписав искусно завитые волосы и ювелирные украшения, которые оттеняют их прекрасные лица. Вот такое описание из книги «Великий музей мира» к работе леди Элизабет Тимблби и Дороти, виконтесса Андоверская. Автор — Антонис Ван Дейк, около 1637 года. Пока-пока, до свидания.